Всем привет! Как я и обещал, сегодняшнее сравнение будет по желанию человека, который победил в интерактиве. В интерактиве также можете победить и вы. Все, что вам нужно, это вступить в группу ВКонтакте и ждать, когда я добавлю какой-нибудь сложный логотип. И если именно вы его отгадаете, то вы сможете выбрать тематику следующих сравнений. А тематика сегодняшних сравнений, собственно говоря, Нести и Липтон. Я хотел в этот раз, как обычно, начать с истории, но, к сожалению, по поводу именно холодного чая Нести и Липтон, истории практически никакой. И Нести и Липтон появились где-то в 70-х годах, но какой из них появился раньше, я не знаю, поэтому просто не буду об этом говорить. Из истории стоит упомянуть, наверное, только то, что Нести принадлежит компании Nestle, но в России ее почему-то поставляет Coca-Cola Company, в то время как Липтон принадлежит компании, по-моему, Unilever, а в России поставкой занимается PepsiCo. Знаете, что я заметил? Абсолютно все напитки в мире, которые вот сейчас выпускаются, они принадлежат либо к Coca-Cola Company, либо к PepsiCo. Мне кажется, это неправильно. Ну, взять, допустим, тот же Sprite и 7-Up. Один выпускает Coca-Cola, другой Pepsi Company. Зачем они это делают? Пора уже давно признать, что Pepsi гораздо лучше, чем Coca-Cola, и успокоиться. В России Nesty доступна в 7 вкусовых категориях. Сколько вкусов Липтона было всего, я точно не знаю, но сейчас можно достать только лимон, лесные ягоды и персик. А почему я, собственно говоря, об этом вам рассказываю? Давайте я вам лучше покажу. То есть сходим в магазин и купим пару бутылок. Я думаю, я могу себе это позволить, ведь это не Canon и не Nikon. Ну вот, короче, Липтон, он стоит 40 рублей, но большой Nesty тут... Амир, а. Что делаешь? Липтон беру. Амир, он стоит 39 рублей за пол-литра. Ладно, возьму Nesty. А Nesty вообще 40 рублей стоит. Что ты меня хочешь? Я хочешь, я вообще за полтора пришел. Ладно, будем искать большую Нести в другом месте. Жалко, что в Ашане не было большой Нести, а брать маленькую Нести как-то было глупо, учитывая, что такой здоровый Липтон стоит, как такая маленькая Нести, это неразумно. А, ну вот, собственно говоря, большая Нести в пятерочке стоит 66 рублей за литр 75. Но Липтон того же объема стоит всего 59 рублей. А вкусы, как и у Нести, также лимон и лесные ягоды. Что ж, мы купили Нести, купили Липтон. А теперь давайте попробуем их на вкус и определим, какой из этих холодных чаев все-таки лучше. Оу, Амир, что делаешь? Нести пью. А, хочешь Липтон попробовать? Ну давай. Ну и чё, как? Что вкуснее? Нести. А почему? По-моему, они оба же вроде с лимоном одинаково должны быть, нет? Нет, у Нести лучше вкуснее, я так считаю. И... То есть на чай, да, больше похоже на настоящий? Да, вот. Смотри, на свету смотри. Липтон какая-то черная муть, а Нести более похож на чай. И у него вкус лучше. Ну да, согласен. Если вы не верите в то, что Нести действительно похож на настоящий чай с лимоном, то купите лимонную Нести и заварите отдельно черный чай с лимоном. И я бы, например, вообще не нашел бы разницы. У Липтона единственный плюс – это хранение чуть больше, вроде 3 дня. Ну, то есть, если я ее открою, я могу через 3 дня ее спокойно еще выпить. Да. А здесь только 6 часов. А, не, ну, слушай, 6 часов – это вообще очень мало. Хотя, блин... Ну, ты летом, ты сразу выпьешь. Ну, да. Вообще, я не знаю, плюс это или не плюс, то, что Липтон хранится дольше. На мой взгляд, вот если вы покупаете бутылку, то лучше сразу ее выпить и не ставить в холодильник несколько дней, чтобы только узнать, испортится она или нет. Что еще расскажешь? Горлышко больше, это вообще клево. Удобнее пить. Ну, в принципе, да. Я уже говорил, что ТС, газированный чай, через широкое горлышко не очень удобно пить. Было бы. А для классического чая через широкое горлышко считай, что ты пьешь его из стакана. Да. О, чувак, что это у тебя такое? Да, это нож Картшарп. Нож карманный такой, знаешь, удобный. Давай я лучше о нем здесь расскажу. Хорошо, ладно. Теперь давай, я хочу тебя попросить. Вот смотри, у меня есть Липтон и Нести. Можешь ты их попробовать и рассказать о своих впечатлениях? О, давай. В Липтоне ярко чувствуется вкус лимона, тут, в принципе, так и написано, вкус лимона, вот, но можно посмотреть состав и сказать то, что лимона здесь нету, значит, здесь химия. Да, ты в Нести думаешь, не такой яркий вкус будет? Давай попробуем. Здесь тоже написано, да, без консервантов?
и тоже со вкусом лимона. Ну да, ну попробуй. Знаешь, в Несте лимон, он какой-то другой совершенно. Он не такой бросающийся на вкус. И мне кажется, то, что здесь все-таки его меньше добавили лимонной кислоты, значит, здесь меньше химии. Ну, короче, считая то, что они оба вредные, получается, что Несте менее вредный, так? Да. Я думаю, что мнения одного прохожего будет мало, поэтому давайте спросим кого-нибудь еще. О, парень, привет. Слушай, можешь попробовать Липтон и сказать, почему он тебе нравится? Мать, его там снимается Хью Джекман в рекламе. Аргумент. Что ж, к сожалению, мнения разошлись, но никто мне так толком не сказал, почему Липтон лучше, чем Несте. И, судя по результатам, даже если бы я дал балл за то, что в рекламе снимается Хью Джекман, Липтон это все равно не спасет. Перед тем, как я скажу то, что Несте лучше, чем Липтон, я хочу привести вам один очень интересный факт. Липтон, но не Ice Tea, а Липтон Yellow Label Tea, который был придуман в Британии, который выпускается в Британии, по каким-то причинам там не продается. Мне кажется, это из-за того, что британцы уже очень давно поняли, что Несте все-таки лучше, чем Липтон. Поэтому попросту отказались от своей продукции. Не забывайте подписываться на новые выпуски сравнений, а также вступать в группу ВКонтакте и фолловить меня в Твиттере. В группе ВКонтакте вы можете принять участие в интерактивах, за победу в которых вы можете выбрать тематику следующих сравнений. И по результатам прошлого интерактива тематикой следующих сравнений будет Quake и Doom. Я не думаю, что это будет какая-то определенная часть, я думаю, это будут все серии игр, возможно, даже будет геймплей. Следите за обновлениями в группе и на канале. Счастливо!